я всегда писал людей, которые мне были очень интересны. Где-то близки, где-то любопытны. Меня всегда интересовали и дороги, и люди. Вот эти вот темы, люди на дорогах, дороги, уходящие куда-то, это можно понимать и очень, так сказать, локально, а можно понимать очень широко, как какие-то широкие понятия дороги жизни, а можно понимать просто, что просто дорога, которая идет со станции домой. Понятие дороги очень широкое и хорошее понятие. Дороги включают и человеческие судьбы, и человеческие портреты, и человеческие лица. На разных дорогах, на разных путях жизни я вот сталкивался с людьми, которые меня интересовали. Мне было их всегда очень интересно писать. Когда у человека есть семья, то это и есть его семья. И когда у него есть место, где он родился, то это и есть место, где он родился. И он любит и свою семью, и любит место, где он родился. Родился я в Москве, за Москварикой, на тихой такой улице, которая называется Большая Ордынка. Эта улица, так сказать, она и сейчас сохранилась какой-то в некоторой первозданности, так сказать, у нее такие липы растут там по краям. Но там раньше была такая булыжная мостовая, и вот в детстве я помню, как по этой булыжной мостовой грохотали тяжелые ломовики, которые везли какие-то товары в город. Я в Москве родился. В общем, дожил до 70 лет. Учился, работал, женился, дети у меня родились, все в Москве. И всю жизнь я работал в Москве. И тема, вот, а так как я люблю очень тему города, то естественно, что, в общем, Москва и была моим рабочим местом. Я тут и старался делать те темы, которые меня интересовали, и старался найти, так сказать, то искусство, которое мне было интересно. Вот это все я, в общем, делал на московском материале. И вот тема Новой Москвы, тема Москвы, города, где я родился, где я живу, началась для меня с картины «Новая Москва», которую я написал в 1937 году.
Мне всегда казалось, что материал искусства лежит рядом. Поэтому я страстно, так сказать, органически не люблю абстрактных вещей. Они мне кажутся скучными, необыкновенно скучными. А вот все то, что лежит вокруг, вот я выхожу утром, я вижу город, я вижу людей, которые идут на работу. Хемингуэй сказал хорошо, хорошо идти на работу. Так вот это ощущение, приятное ощущение. Вот я вижу парки, солнце, пятна солнца. Этот вот мир, который лежит кругом, для того, чтобы его изобразить, нужен реализм. Именно реализм, настоящий реализм, он и больше всего похож на натуру, на действительность своего времени. Поэтому он всегда обязательно должен быть новый. Дело в том, что можно даже не прибавлять слово «нео», потому что если реализм не нов, он не реализм. Ведь, собственно говоря, искусство – это вовсе не есть вот то изображение, вот взять, вот так сказать, изобразить точно мир. А это будет совсем не то. Искусство – это отношение художника, человека к тому миру, который вот лежит вокруг. Вот это вот место, и вот место пересечения вот этого отношения художника с этим миром, вот в этой точке возникает искусство, совершенно новая вещь. Она, в общем, и похожа на человека, который его делает, и похожа на мир, который она изображает. И вот без мира, без этого без мира, искусство, по-моему, не получится. А уж без человека оно не получится, конечно. Все это материал искусства. Все материал искусства. И вот и в искусстве должен быть этот запах. Вот запах свежего белья на воздухе, мыла, запах укропа, какое-то вот чувство запотевшего от холодной воды стакана. Вот эти вещи, все такие живые вещи, они должны как-то косвенно ложиться обязательно в искусство. И самые большие темы, если в них впадают такие вот акценты, от этого делаются еще крупнее, естественнее. Они приобретают характер жизни, характер действительности, характер настоящего. Thank you.
Я очень люблю дождь. Люблю это состояние природы. Люблю ту свежесть, которая приходит с дождем. Люблю мокрые зонты, их ритмическое движение по улице. Люблю капли на ветках, которые нежно и как-то и хрупко сидят на этих веточках. Это мне все очень нравится. И вот природа дождя меня всегда очень привлекала, и я старался попробовать передать это ощущение в искусстве. Портрет, работа в портрете для меня была всегда интересной. А тема дорог для меня была интересна особенно. Я вот всегда считал, что существует то движение жизни, которое идет по этой дороге, по той, по проселку, по широкому шоссе. Вот это вот движение на дорогах меня всегда очень привлекало. Мне было интересно писать смысл дорог. И, конечно, людей. Людей, которые на эти дороги, по этим дорогам идут. Thank you.
Войну раскрылись люди. В том смысле, что вот вдруг были такие вот бравурные люди, такие мощные, так сказать, товарищи. И вдруг оказалось, что при первой бомбежке их нельзя вытянуть из подвала. Нельзя вытянуть из подвала. И в то время оказались люди очень простые, милые, какие-то тихие, которые потом пошли и на войну, и на фронт, и в Москве вели себя. Ну, удивительно, просто замечательно вели себя. Были, понимаете, женщины, которые оказались как будто бы такие хрупкие женщины, тонкие городские женщины, они оказались такие работяги. Я вот хорошо помню вот тех прекрасных женщин с такими суставными лицами, но с лицами очень красивыми, которые копали землю, сухую землю подмосковных огородов. Эти огороды были оцеплены такими старыми разломанными кроватями, кусочками шифера. Это были такие участочки. И вот там вот на сухой земле произрастала эта классическая военная картошка, которая кормила Москву, кормила вообще всех, так сказать, и все, так сказать, семьи, которые здесь жили. Это была хорошая картошка. Потом я помню еще станции, военные станции. Станции, полные людей, вещей, мешков, долгие ожидания поездов, печальная какая-то такая трагическая нота. И опять же какая-то совершенно особенная трагическая красота. Вот эта трагическая красота не уходила ни из каких-то вещей того времени. В мастерской у меня сейчас стоит картина, которую я начал писать, тогда же она в середине примерно работы. Это картина о военной очереди 41-42 года, о московской военной очереди. У меня даже есть такое ощущение, что я такую картину должен написать, должен, потому что я это видел, очень хорошо, так сказать, чувствовал, и мне кажется, что я должен. Вот эту вещь я задумал очень давно. Я пробовал к ней подойти. Сейчас я ее работаю. Я очень хорошо помню московские улицы. Пустые. С такой поземкой. Вот такая вот поземка вот с тех пор осталась для меня всегда воспоминанием войны. Такая острая поземка по асфальту, когда так она проходит. Быстро, 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 быстро. Идут люди. Где-то случайно попадают в синий свет. Какое-то лицо в платке, какой-то кусок лица, мешок, рука. Где-то снег высвечивается, где-то снег сдут, черная крыша. Получается страшно глубокие тени, страшно глубокие тени. Все это создавало какие-то совершенно особые пластические ситуации, особые пластические формы. И вот это вот был совершенно особый пейзаж города, который как будто бы и знал хорошо, а он выглядел совершенно по-другому. Причем нужно сказать, что он был трагически красив. Это была совершенно особенная трагическая красота.
Вот та тема, которую я называю новыми кварталами, она для меня вообще многие годы была и до сих пор остается очень привлекательной. Даже не потому, что это там очень архитектурно, прекрасно. И для меня новые кварталы — это вовсе не планы и не чертежи. Для меня это просто люди, которые переезжают в новые дома. Это новоселье, свадьбы, какие-то свидания у новых дверей, вообще прогулки по новым районам. Это новый воздух, это воздух новых, хороших, свежих домов. Кажется, что старые города, которые не имеют этих вот новых кварталов и новых районов, это все равно, что бездетные семьи, которые не имеют детей, не имеют потомства. А вот эти вот новые кварталы, это, так сказать, та городская молодежь, которая появляется, так сказать, в среде старого города. Как-то один зритель на выставке просто спросил меня: вот вы изображаете всяких вот там таких девчонок в замазанных комбинезонах, дороги такие с колеями, от следами шин, с колеями такими прорытыми, какие-то куски, какие-то трубы там, еще вот такие вот вещи. А что вы пишете для себя, он меня спросил. И этот зритель, конечно,
вероятно, не поверил мне и был очень удивлен, когда я ему ответил, что, в общем-то, мне иногда и приходилось, так сказать, вот по заказу, скажем, для театра, делать эскизы, там, декорации красивых парков, там какие-то озера, там вообще красивые такие вещи. А вот этих вот замазанных девочек, вот эти вот изъезженные дороги, вот это я и делал для себя, вот в буквальном смысле, для себя. И вот мне-то они казались действительно настоящей поэзией времени.